И к другим темам. Совсем скоро в прокат выйдет якутская кинолента о солдате Егоре Черине. Фильм был готов к прокату еще в апреле этого года, но премьеру пришлось отложить из-за пандемии. Картина снята по повести якутского писателя и журналиста Тимофея Сметанина, который участвовал в битве при Курской дуге. Фильм рассказывает о буднях якутского снайпера. Это произведение входит в школьную программу. Рядовой Черин полностью снят и смонтирован в Якутии и стал первой режиссерской работой для актера Дмитрия Кольцова. Немецких солдат в киноленте сыграли сотрудники МЧС, а сцены из окопов снимали под специальным навесом, так как в это время уже выпал снег, который никак не должен был попасть в кадр. Это огромное счастье поработать в таком и особенно поработать с такой темой, с темой войны, и не просто войны, а попытаться нашему современному подрастающему поколению представить нашего местного героя вот так, в таком модном и, как модном, в таком в современном качественном виде. Сам режиссер выступил и в качестве актера. Увидят ли мирницы картину, об этом расскажем в ближайших выпусках «Панорамы».